Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти после происшествия в аэропорту. Полицейские установили гражданина, управлявшего автомобилем, который подозревается в оскорблении сотрудника органов внутренних дел, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Напомним, что к сотруднику транспортной полиции в аэропорту Внуково обратились два молодых человека и попросили его принять меры к неизвестному водителю, который на легковом автомобиле заехал на тротуар. Подойдя к указанной иномарке, старший лейтенант полиции представился и попросил водителя предъявить документы. Проигнорировав требования полицейского, водитель уехал. В процессе движения мужчина произнес в адрес сотрудника оскорбление. В настоящее время следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оскорбление представителя власти.